Thank you.
На самом деле она очень плохо работает. Наверное, последние месяцев 12. И это связано, в первую очередь, с покупками Минфина. У нас... Константин Пахмелов. Бюджетное правило власти. Суд был заочным, как выяснилось, в ходе заседания, потому что за дни до этого... Минфина. То есть рост цен на нефть, он оказывает влияние на рубль, но очень... Пожалуйста, произнесите команду.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова